Запорожье потеряло еще одного бойца в зоне АТО. Анатолий Шумило был солдатом 57-й отдельной механизированной бригады. На Донбассе пробыл около полугода. Погиб 17 февраля во время обстрела террористами в районе села Чернухина Луганской области. Это уже 73-я потеря в рядах запорожских военнослужащих. Ему было 37 лет. Дома Анатолия Шумила ждали мать и дочь. Прощание с героем пройдет на его родине, в Вольнянске. Память бойца и других запорожских героев, которые не вернулись из зоны АТО, почтили в облвоенкомате. Все те люди, которые не вернулись с поля боя, они будут живы, пока будем мы о них помнить. Донбасс, Донецк, Луганск и Крым – это всегда будет Украина и всегда будет оставаться Украина. И другого решения этого вопроса быть не может. Троих запорожских воинов в облвоенкомате посмертно наградили орденами за мужество. Роман Соловьев, Артур Беров и Роман Кравцов были бойцами 93-й отдельной механизированной бригады. Все трое погибли летом 2014 года во время ожесточенных боев на Донбассе. Ордена передали их родным. Мы сегодня вшановуємо пам'ять їх, запросили батьків рідних. За мужність нагородують солдатам, сержантам, офіцерам, які проявили мужність, героїзм і вірність військового присязі. Таких наград всего удостоено около 20 запорожских бойцов. Большинство из них тоже посмертно. Грамоты за боевые заслуги и поддержку украинской армии военное руководство вручило бойцам 55-й артбригады и местным волонтерам.